Приветствую вас. И чтобы ответить на ваш вопрос, давайте для начала попробуем представить себе, что нужно для, собственно говоря, успешных отношений, для крепкого брака, для, значит, полноценной семьи. Для этого нужно, чтобы люди как минимум заботились о себе, как минимум уступали друг другу. И, как минимум, чтобы интересы другого человека в паре, так вот, а в паре для каждого из двоих людей, интересы другого более важны, чем свои интересы. Именно это и будет, по сути дела, залогом успешных отношений. Что происходит, когда возникает ссора у таких людей? Происходит уступка, то есть кто-то один уступает другому ради, скажем так, ну, ради решения конфликта. И вы знаете, то, что описываете вы, то есть люди, зацикленные на себе, к сожалению, является в большей степени конфликтогенным фактором, чем позитивным. То есть, тот заключается вот в чем. В чем. Эгоизм, он ведь очень разносторонний, он многоплановый. И если для людей, о которых вы пишете, для них будет важно сохранить рядом с собой другого человека, то в этом случае, в таком случае, конечно, шанс есть. Если эгоизм будет распространяться на стремление удержать рядом с собой того человека, с которым, собственно говоря, живешь. Если и будет точка зрения, мнение, убеждение, установка, что этот человек нужен, важен и ценен. Но если люди будут исключительно на себя обращать внимание и преследовать каждый свои интересы, то очень быстро возникнет следующая ситуация. Либо это будет фактическая соседская проживание двух людей, то есть каждый будет в своей волне, каждый будет свои интересы, свои занятия продвигать и при этом не выше другого человека. Либо будут постоянные ссоры, постоянные скандалы, что впоследствии либо приведет к тому, что один из людей все-таки научится уступать, потому что в противном случае рискует потерять человека. Либо просто будет развод. То есть шанс находится в прямой зависимости от того, как люди позиционируют друг друга для себя, то есть насколько они важны друг для друга, насколько их эгоизм отводит место для другого человека, у них в сердце, в душе, в сознании. И от того, насколько у них будет диалог, правда. Потому что, что есть эгоизм, что есть эгоцентризм, это сконцентрированность на себе самому. Это практически отсутствие интереса к другому человеку. И если мыслить в этом ключе, если предположить, что заключение союза является продолжением защиты интересов каждого из этих людей, то они будут вместе до тех пор, пока друг другу могут помочь в осуществлении своих интересов. Если они убедятся, что каждый из партнеров не отвечает интересам друг друга, то отношения такие моментально
разобьют. Моментально развалов. То есть шанс есть, но зависит от многих факторов. И вы знаете, с меньшей вероятностью может быть такая ситуация, что люди вот такие одинаковые, да, сойдясь вместе, со временем научатся друг друга любить, со временем научатся жить именно друг для друга, а не для себя. Потому что жить друг для друга гораздо эффективнее, гораздо приятнее и гораздо более результативнее, чем для себя. Но это лишь в том случае, если люди готовы, расположены к личностному росту. И здесь мы подходим к еще одному моменту, о котором нужно сказать. Шанс сохранения отношений зависит от того, насколько люди готовы развиваться, повышать свой кругозор, ломать свои установки, впитывать новое, получать новый опыт и делать выводы. Если ничего из этого делаться не будет, то, естественно, люди останутся такими же, какими они были до этого союза. И если будут отсутствовать изменения, то, соответственно, эти отношения обречены на неудачу. Но если кто-то из пары будет готов к внутренним изменениям, будет, как бы сказать, адаптироваться к новым реалиям своей жизни, то возможно, что отношения сохранятся. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, делайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.